Семинар был проведен для депутатов Десногорского городского совета и совета депутатов Первомайского сельского поселения Шумячского района. Главная задача мероприятия – оказание методической и информационной помощи в организации деятельности представительных органов муниципальных образований Смоленской области. Председателем мероприятия стал депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Ведет того, каков качественный состав депутатов, насколько высоко образовательные и профессиональные уровни депутатов, во многом зависит успешная деятельность советов депутатов ЦЭРУ. На заседании были подробно освещены вопросы о полномочиях и структуре представительных органов, организации нормотворческой деятельности и статусе депутата. Так, доклад одного из выступающих, Юрия Кашанского, подробно осветил основные формы деятельности депутатов, их права и обязанности. Депутат организует встречи с избирателями своего округа, инициирует вопросы избирателей для их рассмотрения на заседании представительного органа, общее общение посредством переписки или телефона, помощь в решении проблем, которые возникают у избирателей в органах местного самоуправления и организации. Участников семинара проинформировали о специфике взаимодействия органов прокуратуры Смоленской области и органов местного самоуправления, а также об особенностях осуществления финансового контроля муниципальных образований и использования бюджетных средств. Также в рамках бюджетного законодательства контрольно-счетный орган проводит обязательную экспертизу проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Целью данного мероприятие является определение достоверности и обоснованности показатель формирования бюджета. По мнению депутатов Десногорского городского совета, такой формат круглого стола более эффективен, чем областные семинары с большей аудиторией. Благодаря этому удалось задать интересующие вопросы областным депутатам и профильным специалистам. До Десногорска подобный семинар прошел в Духовщинском, Вяземском и Краснинском районах. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.